В Аксае во дворах устанавливают игровые и спортивные площадки. Дополнительные объекты на детских площадках, установленные в рамках реализации специального проекта, позволяют повысить уровень жизни маленьких жителей в комфортных условиях, обеспечить условия для отдыха. Ожидание жителей стало реальностью. Во многих дворах города установлены игровые и спортивные площадки. На сегодняшний день подрядная компания успешно завершила работы. В данное время акиматом города Аксай начались работы по обустройству спортивных площадок на улицах микрорайона Строительный 3 и Строительный 4. Завершить работы планируется в августе. Их осуществляет ТО «Аслстрой-23». На объектах предусмотрены футбольные, стрит-воркаут и детская площадки. В городе Аксай в 36 дворах были установлены мини-объекты. В каждом из 36 дворов установлено по 3 объекта. Это игровые комплексы, качели на 2 человек и двойные качели-перекладины. Главный подрядчик ТО «Жайекпромсервис». Дополнительные мини-объекты установлены в 4, 5, 10 микрорайонах и по улице Жайек. Такие же площадки в Аксае будут установлены и по улице Деповской. В настоящее время необходимое оборудование уже подготовлено. В настоящее время подготовлена проектно-сметная документация и объявлен конкурс по государственным закупкам. В рамках других работ акимата города через отдел архитектуры, строительства и градостроительства реализуются проекты по установке игровых детских площадок. Сейчас реализация одного из объектов завершена. Строительство и установка детских игровых и спортивных площадок по улице Батыс. Подрядная компания ТО «Реалстройинвест». 2 строящихся объекта, один из них во дворе перед 29-м домом 10-го микрорайона. Подрядчик ТО «Жайек-Сити». Завершить должны в сентябре текущего года. Еще один объект по улице Береке. Подрядчик ТО «Жайекпромсервис». Завершение этого объекта планируется на ноябрь текущего года. В 2018-2019 годах в Аксае были установлены 8 современных спортивных и игровых площадок. На сегодня эти площадки требуют ремонта, так как были разбиты, установки сломаны. Кроме того, есть такие, которые совсем вышли из строя. Заместитель акима города Аксая отметил, что нужно привести в надлежащий вид вышеназванные площадки, но эти работы будут вестись в зависимости от степени их изношенности. Майя Амирова, Жайнагуль Жаныскызы, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачаганак».